через музыку мы можем понять законы Вселенной. Это один из мощных инструментов воздействия. Которые увидели, как я смотрюсь на фоне органа, шутили. Так, собственно, орган для тебя сделан или ты для органа? То есть мы так настолько гармонично с ним смотрели, что у людей как бы не возникало сомнений, кто тут должен сидеть. То есть ну так срослось свыше. Елена Казимиренко. Органичная личность. Первая и единственная органистка Югры. Виртуозно играет на всех клавишных. В родном зале «Югра Классик» и на других уникальных сценах. Вместе с супругом воспитывает музыкальную династию, двух сыновей и дочку. А еще целую плеяду юных учеников. Творит на любом творческом языке. Будь то ноты или рифмы. И неизменно впечатляет зрителя красотой, талантом и неповторимой органикой. Если у отца нету сыновей, которые могли бы этот фамилию принести дальше, то я имею самое прямое право перенести эту фамилию от отца дальше. У нас в семье только две девочки, а папа у меня сирота, 37-го года рождения. Он никогда не знал ни одного родственника. Как он не старался найти, к сожалению, вот это, в общем-то, такая для меня загадка. Откуда действительно гены, вот у моего, вот такие творческие гены, от кого они? Сцену полез, вот тогда, собственно, творческий путь и начался, да. Но вот на сцену, на самом деле, я полезла даже, наверное, раньше, чем 10 лет это пошло. То есть что-то спеть, танцевать, там, сыграть, что-то обратить на себя внимание. А именно как пианистка, вот в 10-летнем возрасте я участвовала в конкурсе. И в третьем этапе, ну, как в самом последнем на уровне области, я играла с оркестром. Вот я считаю, где-то вот точкой именно опоры вот этот конкурс. Потому что после этого действительно я поняла, что это мое, что я должна быть на сцене. Развитием воли я занималась с детства еще. Видя, например, заросли крапивы, я думаю, так больно, но я буду терпеть. И я бежала в эту крапиву, чтобы не заорать, не заплакать, и потом терпела, что нет, я все-таки это сделала. И вот постоянно вот это преодоление, можно сказать, стиль жизни, преодоление себя. Когда я, собственно, начала заниматься на органе, это тоже своего рода преодоление было, потому что это другое мышление, это немножко мозги начинают кипеть. Но когда вот это кипение начиналось, и такое ощущение, а ведь это здорово, а я это могу. Друзья, вот многие к этому слову относятся как-то так, да, у меня куча друзей, там сотни вообще, все меня знают. Я к этому слову щепетильно отношусь, потому что друг – это не просто знакомый, не просто приятель. Это действительно тот, кто тебе подпора, собственно, который тебя может где-то остановить, наругать даже, да, поддержать. И которого ты, соответственно, тоже должен, обязан поддержать, где-то там помочь. И хорошо, если такой друг – это член семьи.
Вот у меня такой самый главный друг, это моя сестра Галина, с которой действительно мы очень близки в взаимоотношениях. Мы друг дружке действительно гора, то есть друг за дружку гора. Органично органировать на органе. Органика органа, да, она достаточно органична. На самом деле органист, он не просто музыкант, потому что ты сидишь как человек-оркестр. То есть каждый регистр – это как инструмент отдельный. И вот ты сочетания вот эти ловишь, как бы смешиваешь краски, ты находишь какие-то сочетания. И это достаточно интересно, мне это нравится. Грубый инструмент, этот звук. А вот это самый тоненький. Нет, вот это самый тонкий. Это самый нижний, это самый высокий. Вот у тебя посолос. 2058 труб. Праздник первой ноты, на самом деле, произошел не в 2008 году, а в 2007 году. Потому что в декабре он уже начал устанавливаться. И вот та знаменитая фотография, которая везде была, вот я где в коричневом платье, это было сделано еще в 2007 году. И даже еще до инаугурации официального органа. То, что у него, например, белые клавиши покрыты пластинками из кости мамонтенка, оно дает определенный шарм, как бы теплоту прикосновения, потому что это не просто холодная там пластмасса, а это все-таки тепленькая косточка. Но я не отношусь к этому, как, знаете, говорят, это же труп, там кость. На самом деле нет, это как бы частичка энергии вот того прошлого нашего края, нашей игры. Педаль — это тоже игровая клавиатура для ног. Органист играет носочком и пяточкой и совмещает обе ноги вместе. Практически фитнес. Похоже на движение балерин. Где-то я читала, что сольный концерт пианиста, вот по объему калорий, это примерно как там несколько часов работы лесорубом пианиста. А органиста, я думаю, побольше, потому что мы еще двигаемся ногами, и мозговая деятельность еще тоже очень активная. Просто так, из практики. То есть, если хочешь похудеть, прийти поработать хорошо на органе, а потом не кушай. И на утро явно будет уже меньше веса. У меня отец мой был очень психологом хорошим и педагогом. И он говорил, по глазкам все видно. Я стараюсь тоже смотреть сразу деткам в глаза, смотреть на их реакцию, смотреть на их какие-то способности. И считаю, что педагоги должна быть в доверительных каких-то отношениях. Возможно, в одном направлении ребенок слабоват, зато другие какие-то у него черты, его таланта хороши. И мы как бы балансируем. За счет одного развиваем другое и стараемся какой-то выдавать результат. Я изнутри, скорее всего, просто ребенок. Я такой взрослый ребенок, в хорошем смысле слова. Иногда, конечно, это, наверное, смотрится странно, но на самом деле люди творчества, они все должны быть детьми, потому что иначе это творчество не раскрывается. Когда мир на выходных меня оставляли там на какое-то время, да, папа включал, говорит, так, вот радиомаяк, через полчасика будут новости, а потом снова музыка, потом снова получал, потом музыка. И вот этот вот раз в полчаса новости и музыка, оно, в общем-то, даже мне какое-то ощущение времени подарило. По-итальянски «темпо» – это на самом деле как бы перевод значит «время». Вот как раз темп в музыке – это не просто скорость, это ощущение времени. И время – это практически тоже энергия. И когда музыкант, особенно академического направленности, подходит к каким-то музыкальным там, произведениям, шедеврам, от которых исходит просто вот эта энергия времени,
мы, получается, как бы заряжаемся, омолаживаемся где-то, понимаете, мы с вот эту чешую вот эту какую-то повседневность с себя смываем, это, получается, как бы такой энергетический душ. И когда я выхожу на сцену, собственно, я и ставлю эти же задачи. То есть через себя проносить вот эту энергию времени в зал. И если человек действительно настроен на принятие вот этой ванны, вот, он действительно получает эту дозу. Сказать по-честному, ни разу не делала персональный маникюр. Некоторые, наверное, это осуждают. Как, ты же женщина. А с другой стороны, вы знаете, играя на инструментах, у нас подушечки должны быть свободны от ногтевых пластинок. И просто они иногда разбиваются, даже иногда элементарно, если вот интенсивно заниматься на фортепиано. Поэтому длинные ногти – это просто непрактично. Вот. Поэтому руки, лучшее украшение рук – это работа. Постоянной работе, постоянной какой-то практике. Открыли у нас орган, и мы как-то с Калининградской филармонией связались. И, в общем, у меня вот был концерт в Калининграде, тоже очень интересный. Что любопытно, вот чисто, опять-таки, по энергетике, да, то есть в конце моего концерта почему-то лопнули лампочки при входе. Я играла сонату Мендельсона, финал, и тут вдруг слышу какой-то взрыв. В результате потом люди выпускали из другого входа, но вот это тоже было очень интересно. То есть кто-то там явно шалил. Какие-то духи, не знаю, музыкантов или там присутствующих каких-то предков, не знаю. То звук – это вибрация. Вибрация, она существует на уровне, недоступна нашему уху. Мы воспринимаем это как тишина, на самом деле. Тишины как таковой нет. За этой тишиной существует мир. Мир вибраций, мир ритмов, энергии. Это другие миры. Потому что кто-то услышит только тишину, а кто-то в ней услышит сотворение мира.